Сегодня апелляционный военный суд рассмотрел апелляционные жалобы защитников Газиева, Муртаза, Каримова, Османова и Джамиля Гафарова. Я был непосредственно в Южном окружном военном суде, всех ребят привезли сюда в суд. Когда я увидел наших подзащитных, я обратил внимание в первую очередь на Сервитага Газиева, потому что состояние его здоровья было очень плохое. И действительно, сегодня я еще раз убедился в том, что с той последней встречи и сегодня у него состояние здоровья просто ухудшается. Правая часть лица у него, так скажем, после микроинсульта лицо искривлено. Он мне жаловался на боли в плече, в правой руке, в ноге. То есть вся правая часть у него болит. Все, что он пьет, лекарства, медикаменты различные, обезболивающие или антибиотики, это просто не помогает. Остальные ребята сказали о том, что по несколько раз они переболели ковидом. Это Алим Каримов, Ирфан Усманов и сам непосредственно Сервитага Газиев. Всех благодарили за поддержку. Несмотря на такие трудности и сложности, они держатся и готовы дальше бороться. В общем, ничего нового, там какого-то объективного рассмотрения, ничего такого, чтобы ну, там, привлекло там, внимание там, наше, абсолютно не произошло. Все идет по той же отработанной, в общем, схеме. Тут, ну, на мой взгляд, вообще уголовно-процессуальный кодекс, закон, не работает, на какие там нарушения норм не указывай. В общем, даже элементарно, когда тот же Газиев заявляет ходатайство о реализации своего права и изъясняться, давать показания и объяснения на родном языке, суд отказывает, причем отказывает совсем по другому предмету. Он указывает, что в переводчике отказано, в то время как заявляется не о предоставлении переводчика, а заявляется, то есть ходатайство о предоставлении возможности именно защищаться, говорить на своем родном языке. На этом все, как бы судебное заседание закончено, мера пресечения осталась без изменения, но мы, естественно, иллюзий не питали, оно ожидаемое решение, а по существу рассмотрение судебного вообще дела нашего, оно продолжится уже в начале августа в Южном окружном военном суде.